такая вот старинная мостовая появилась в этом году в Казани из-за обмеления воды. Я иду по очень древней дороге, построенной еще при Александре I. Соединяет эта дорога, со старинными пристанями, остались даже остатки вот такие рыбов. После того, как построили Куйбышевское водохранилище, дорога была затоплена. И вот в этом году она всплыла. 6-метровой ширины. Здесь ходили конки, экипажи. Если верить истории, то эта дорога еще как бы была сделана при Иване Грозном. Вот так вот идем посреди Волги. И слева Волга, и справа Волга. Вот такая мощенная дорога старинная. Пишут, что даже есть остатки рельсов, по которым ходила конка. Это первые трамваи до изобретения электричества ходили конки в Казани по рельсам. Соединяет эта дорога пристань и Адмиралтейскую слободу. Адмиралтейская слобода построена в Казани по указу Петра I. После его приезда в 1722 году в Казань основывает Адмиралтейство Казанское и начинает строительство судов. Для этого набираются лашманы и строят различные судна. В Казани имелись породы деревьев, которые подходят для строительства судов. И построенные судна отправлялись на Балтийский флот. Все мы знаем картину «Бурлаки на Волге». Это вот как раз-таки та самая история. Есть песни, легенды, которые слагали лашманы. Работали бесплатно в строительстве судов. В Казани есть целый поселок, часть города, называется Адмиралтейская слобода. Там, где как раз-таки было Казанское адмиралтейство. Историческое место. Люди здесь ищут металлоискателями различные предметы, монеты, наверное. Вот там как раз-таки Адмиралтейская слобода. Это часть Казани. На противоположном берегу уже Верхний Услонский район. Вот это место как раз-таки видно с высоты, там, где Кремль. Дорога идет дальше. Она длинная. Вот она, мощенная дорога из камня. История. Вот она, дорога всплыла, вылезла из-под воды.
нас есть возможность увидеть ее. Здесь ходили экипажи. Наверное, Екатерина II тоже в 1767 году проехала, возможно, по этой дороге. В 1722 году во время персидского похода Петра I он посещает Казань. Казанская губерния в числе первых 8 губерний образована. Тогда вся Российская империя состояла из этих 8 губерний. Вот одна из первых из них. Образована Казанская губерния. Затем же Екатерина из 8 губерний образовывает 20 губерний. Вот так мы с вами завершили путешествие вглубь истории. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Напишите свои комментарии.